Хей, гейс, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем в одну еще игру от Sega. Это я тоже говорю, я прохожу игры своего детства. Пока что самые такие, которые мне нравились, которые я играл часами, мог бы проходить десятки раз. И, наверное, уже по музыке вы уже поняли, что это за игра. Да, ребят, это у нас ниндзя-черепашки. Так, а как мне на старт нажать? Подождите, сейчас нужно немножко разобраться. Ага. Это ниндзя-черепашки, довольно прикольная игра. Мы с друзьями всегда так сложность. Боец, воин. Я вот не знаю, по идее, боец это средний. Трус это легкое самое, и нам нужен воин. Жизни, ну давайте 3 попытки. 3. Так, удар, прыжок, удар назад. Включен выбор цвета. Аниме? Ладно. Окей. Я помню даже все уровни, какие здесь были. Какие все боссы, я это все помню наизусть. Так, ребят, давайте тогда один игрок. А теперь выбор. У нас есть 4 главных персонажа, но все их, конечно же, знают. Это у нас Леонардо, Микеланджело, Донателло и Рафаэль. Мы с друзьями всегда играли так. Ну как, кто кем был, кто кем себя представлял. Я постоянно был Рафаэлем. Но самый имбовый здесь это Донателло. Из-за его радиуса атаки. Поэтому давайте возьму Донателло. Да, давайте Донателло. А вечерние новости. Добрый вечер, я Эйприл О'Нил. У нас на глазах исчезают статуи свободы и манекен. Манхэмптон. Да, шериф, как обычно. Это Шреддер. У меня есть супер сверхкамень. Не так, что покорение всего мира. Лишь вопрос времени. Вы не сможете победить меня. Поняли? Ха-ха. Эй, Шреддер, что ты это сделал? Ты же знаешь, что не удастся. Мы же найдем тебя. Наша дикоэнергия. Это первый. Нью-Йорк. У него получается камень в голове. Мне все равно кажется, все уже эту игру проходили, поэтому не знаю, что да чё. Чем уровни сложности отличаются вообще от игры? Давайте, ладно, по менюшкам. Левая сторона верхнего экрана, это у нас 1 up, это количество игроков. Потом Дон, это я. Рядышком, где пятерка, это количество очков. 0-2 это у нас коньки, если я не ошибаюсь. Ну, типа. И хпшки это полоски. Чем отличается сложность игры? Во-первых, чем мне нравится сложность игры? Тем, что у нас появляются новые враги. Допустим, здесь должны быть только синие войны и красные. Блин, я вот не помню, есть один имбовый прием. Блин, я походу не вспомнил. А ну-ка, или вспомнил. Блин. Захват мне нужен. А как захват делать? Кажется, если не ошибаюсь, удар
Подходим. Блин. Не вспомню, ребят. А что вот это у нас бомбочка. Взрываем, отходим, но взорвать убивает. Блин, пипец, прикиньте, не вспомнил. Вот сама имбова — это захватывать врагов и с помощью них атаковать. А пицца — это у нас хпшка. О, это роботы. Так, ладно, возьму пиццу. Также количество хп у врагов повышено. Я могу, скорее всего, вступить в какие-то моменты. Но, ребят, ну, если вы... Так, пойди здесь... Оп, тихо. Вот, я должен был его схватить, а я его не схватил почему-то. Да, ладно. Да, сука. Короче, когда мы быстро атакуем в прыжке... Нет. А, не, нужно сначала, чтобы он полный оборот сделал, чтобы рывок сделался. Нет. А, я сдох. Да. Да, то количество хантишек. Ну, ничего, ребят, я думаю, если что, справимся с вами. Первый уровень. Блин, вот вспомнить бы как... Или там две кнопки нужно было зажимать. Блин, не вспомнил. It's time. А, вот. Нужно удерживать кнопку атаки. Вот это самое имбово тем, что ты можешь сразу всех врагов, которые, типа, вокруг тебя откидывать, и они получают довольно большой урон. Типа, пойди... Да, вот видите, то есть они получают сразу как два удара. Так, теперь мы с вами отправляемся в город. Здесь вот эта вот прикольная вещь. А, блин. Атакуем, атакуем. Мне всегда так нравилась эта игра, мы вдвоём всегда проходим. Бац, бац, бац. Блин. Я чувствую, я так отъеду, слушайте. И кольчужку потеряю. Но если не хочешь умирать, лучше это... Отходить куда-то. А, мне скоро уже хантишку должны дать. За столько что дают, да, вот. То это количество убитых врагов. Но они же ячки.
О, вот это я всегда помню. Так, люк. Е- блин! Я тупанул, нужно было одну вещь сделать. Люк, если что, кажется, можно падать. Если не ошибаюсь. А ну-ка, сейчас. Они пройдут ко мне? Да ну блин, нет! Тьфу, что там написано? Тьфу, дрянь какая-то. Тьфу, дрянь какая-то. Вот. Вот. Блин, вот мне сюда нужно было дожить, да и все. Минус пицца. А это, короче, херня убивает сразу всех врагов, как бомба. Я всегда любил, когда все выскочат, четверо, ее подбирать. А нет. Вот почему я ее всегда брал, когда эти четверо выпрыгивали. Оооо. Короче, эти чельки, они используют нунчаки свои как для защиты, или это не они? Так, скоро уже будет... О, фиолетовый. Это которые звездочки метают? А, не хочу проверять. А главное, понимаете, мы вообще не встретили, кажется, фиолетовых или серебряных ниндзя, если у нас была ниша сложность. От количества врагов тоже зависит сложность. Готово. Хочешь нормально всех убивать, просто так делаешь. Типа прыжок, удар, к ним подбегаешь, ошеломляешь их, забираешь их. Есть кроме таких еще врагов, есть другой вид. Или у них просто большие атаки, я не помню, какие защищаются. Их просто нельзя в лесу бить, их только можно в спину атаковать. Кажется, это серые челики. Но я могу ошибаться. О-о-о. Это, короче, эти. И чужие. Бля, я всегда на этом. А. Чисто очки. А почему, подождите, мне не дали? Нормально. Ребят, если что, могу вам сразу сказать, как будет следующая игра.
Болван. Я не знаю, почему его зовут Болван, хотя это... О, ты слишком слаб для драки со мной. Хотя это кошеголовый. Против него вот драка, по идее, очень легкая. Атакуем до крутящего момента. И прыгаем. Ну вы видите, типа... Тактика против него такая. На легком уровне сложности мы могли за одну такую атаку сносить ему сразу весь квадратик. Все. Меня победила банда зеленых черепах. Это первый Нью-Йорк, окей. Этап 2. Таинственный корабль. О, нет, ребят, таинственный корабль мы с вами пройдем в следующий раз. Да? Я не знаю, ну будем... Одна серия, это один босс, как и в Сонике я проходил, как и в Tiny Toons, да, вот, Adventures. Поэтому давайте как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.